Всем добрый вечер, сестры Рода, с вами Маша, и вы смотрите канал «Похудение мамы и дочки». Сейчас мы собираемся в поселок Фалераки, немножечко там пройдемся, арендуем машину, и завтра с утра собираемся поехать в Родос. В этот раз мы не планируем много путешествовать, просто поедем в Родос, погуляем по его окрестностям, покатаемся немножечко и вернемся обратно в отель. Так что, если вам интересно, приглашаю присоединиться к нам. Мы находимся в самом центре Фалераки. Это туристическая зона. Вот так вот он выглядит. И впереди у нас пешеходная улица. No, thank you. Yes? No, thank you. Вот уже предлагают нам такие вот игрушки. То ли индусы, то ли пакистанцы продают вот такие вот игрушки, которые можно запускать в воздух. Какую-то мелочь. Странно, что проезжают такси. Сказали, что это пешеходная зона. Пиццерия. Какой-то магазин оливковой косметики. Посмотрим, что здесь продается. Оливковое мыло. Вот такое вот оливковое мыло. Тоже мыло. Керамические магниты. И тоже оливье здесь продается. Интересно, сколько здесь стоит. Это масло для тела. Здравствуйте, а сколько стоит масло для тела? А? 13. 13, да? Угу. Спасибо. Την αγάπη που σου έδωσα την άξιζες. Μίλα μου, ναι, μίλα μου. Πες πως το βάρος της αγάπης μου δε βάσταξες. Εδώ αλήθικα μάσκα προταγούνται. Такая вот баночка стоит 4,40. Такой вот магазинчик. Ну, пойдем дальше. Не будем здесь ничего покупать. Здесь вот фиш-педикюр. Рыбный педикюр. Сколько стоит фиш-спа? 3 евро 25 минут и 5 евро 30 минут. И еще фридринг. Еще угощают каким-то напитком. Мне на самом деле не нравится этот педикюр. Здесь тату-салон. Кстати, их тут очень много на каждом шагу. Сувенирный магазинчик. Что-то типа супермаркета. Здесь продают губки.
в этом магазине натуральные губки. Ямайка, Барби-майка. Так вот он выглядит. Справа тоже бар. Туристов много, несмотря на то, что уже конец сезона, туристов довольно много. Намного больше, чем обычно бывает на майские праздники в конце апреля, в начале мая. Здесь какой-то тоже магазин. Посмотрим, что это. Какая-то обувь, но это, видимо, не позже. Стоит все по 20 евро. Распродажа. Какие-то сумочки. Нет, это все не кожа. И стоит дешево. 15 евро. 15 евро. Это сумка 29 евро. Вот такой вот магазинчик. Тату-студия. Да, много их тут на каждом шагу. И опять рыбный педикюр. Никого нет. Нет, кто-то сидит. Две девушки сидят. И опять тату. For you магазинчик. Йола Клаб, ночной клуб. И опять Magic Fish. Тоже рыбный педикюр. В основном тату-салоны и рыбный педикюр. Очень-очень много здесь. Здесь уже три девушки сидят. И опять тату-салон, только сказала про него. Уже какой-то бар. Тоже, кажется, еще один тату-салон и нейл-арт, кажется, что-то такое. Мамба-бар. Магазинчик, сувениры из оливкового дерева ручной работы. И опять фиш-спа. А здесь вот у нас церквушка. Вот такая вот интересная. Продолжаем гулять по ночному Фалераки. И здесь вот находится такой ночной клуб. Называется «Тигр». И вот так вот он выглядит, вот в этот клуб.
магазинчики, аптеки. И сейчас мы хотим арендовать машину, чтобы завтра поехать в Родос, в столицу. Такие вот цепочки продаются по сантиметрам. Написано, что позолота. Возможно, и позолота. Бижутерия, браслетики. Это типа шамбалы. 3,5 евро. Такая вот всякая мелочь, всякая всячина, керамические тарелочки. И вот мы наконец нашли место, где можно взять в аренду машину. Направляемся туда. И посмотрим, какие у них машины.